Так, Марс. 24 августа 2020 год, Харьков, 5:47 утра по Киеву. Я чуть глаза себе не выглядел, пытаясь на абсолютно утреннем светлом небе разглядеть Марс. Пришлось привязываться. Веткам деревьев. Ну вот это вот оптимальные настройки светочувствительности из тех, которые я нашел. Сейчас видно абсолютно точно белую шапочку. Или это не шапочка, что же это? Подгузничек внизу в левом. На левой стороне Марса, на южном полюсе шапка. Да, ледяная шапка. Семьдесят 9 миллионов километров до Марса. И наш красавец. Ладно, пошли Венеру снимем. Венеру точно еще можно заметить. Ее даже при вставшем солнце я снимал. Так, сейчас найдем. О, ну хорошо видно. Вон ее хорошо видно. 118 миллионов километров. То есть это сейчас самые низкие настройки светочувствительности. Объективно, господи. Световой день уже давно начался, и на улице, ну, светло как днем, в буквальном смысле. Не как фигура, а куда же задираю. Это же у нас Венера наоборот вверх поднимается. Это Марс опускается, Венера поднимается над горизонтом. Не фигура речи, а реального положения вещей. Так, резко, сейчас еще чуть-чуть. Вот она красота. 118 миллионов километров. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Так, спрашивали настройки при этом какие. Тут у меня ISO стоит, по-моему, мизерная. ISO 100. Какой смысл есть, такой поставил. Ну, выдержки тоже, по-моему, там уменьшил, да не могу. Ну, ладушки, вечером будет Юпитер, Сатурн и Луна, растущая с кратерами. 24 августа 2020 год. Харьков с прошедшим днем города вчера, Украина с сегодняшним днем независимости. Ну, вон видно, что уже освещено солнцем здание. А мы Марс сняли.